Стелс Навигатор 650. Вот такая вот необычная каретка. Пластиковые чашки, крошечные подшипники. Как они туда запрессованы, с двух сторон я даже не представляю. Очень много там ржавчины. Даже пластмасса настолько прикипела к ржавой раме, что не откручивается ничего. То есть вообще никакой смазки. Штаны с трудом удалось снять, а педали не откручиваются. Так что периодически проверяйте, да, работоспособность всех узлов, и желательно все это на смазку собирать, иначе это будет очень проблематично открутить. Очистили всю каретку от грязи. И вот здесь вот сбоку видно повреждение. Повреждение. Вероятно, сейчас придется резьбу править. Все было очень сильно ржаво. Сейчас попробую метчиком все это пройти. Сначала с клиентом согласую. Так, у нас первые 1-2 витка забиты с помощью вот такого инструмента. Сейчас попробуем прочистить именно эти первые 2 витка и попробовать закрутить каретку. Так, я метчиком попал в резьбу. Видите, то есть перенарезки не происходит. Похоже, то ли стакан деформирован. Потому что как-то по краям вот здесь вот вообще четко все идет. А вот с этой стороны стружки намного больше. В принципе, по резьбе идет. Сейчас я полностью прогоню несколько раз с обоих сторон, потому что видите, сколько грязи там и ржавчины. И, вероятно, все будет хорошо. С левой стороны зашло намного лучше. Почти до конца удалось прогнать. С правой стороны идет намного туже. Но в целом достаточно неплохо. Довольно странно нарезается резьба. У меня, конечно, деформирован стакан. Дальше метчик не заходит. Видите, как бы неравномерно все это происходит. Где-то резьба нормальная, где-то нет. С той стороны то же самое. Прочистил. Тут где-то резьба нормальная, а где-то она, к сожалению, нарезается. Я думаю, что были удары по стакану, и, скорее всего, он просто овальной формы. Сейчас будем пробовать закрутить каретку. Закончил я ремонт многострадальной кареточки. Все-таки прочистил я резьбу, закрутил до упора, прям сильно-сильно, сколько сил хватило, все вот это вот зафиксировать. Вроде держится. Здесь у нас звезда на 48, все как надо, на 26 колесах. То есть это супер шоссейник, втулочка шиманская. Вот такая вот интересная. Под роллерный тормоз, тонюсенькая-притонюсенькая, прям вообще крошечная втулочка. Хрустит нещадно. Втулку не перебираем, клиент не хочет. Но супер бюджетный ремонт. Так что такая история. В принципе, получилось все сделать. Если каретку вырвет полностью, поставим тогда ремонтную. Ну, вроде держится.